Ельцин-центр надо перестроить. Писатель Захар Прилепин раскритиковал музей первого российского президента, предложив вместо либеральной экспозиции сделать милитаристскую. По его мнению, такая концепция логичней, ведь Борис Ельцин воевал, приращивал территории и удерживал Россию от распада. Автор повести «Санька», романа «Патологии», книг о Леониде Леонове и Сергее Есенине, а также участник конфликта на Донбассе, приехал в Екатеринбург, чтобы встретиться со своими читателями и почитателями. Они спрашивали писателя и о творчестве, и о войне. Фамилии Толстой, Мариенгоф, Шолохов звучали наравне с именами вождей народных республик и Ксении Собчак. На встрече вышла заочная дискуссия с либералами, и Екатеринбургу Захар Прилепин посоветовал стать патриотичней. Сделал он это на конкретном примере. Сделать такую мучительную для людей, я так понимаю, ваших взглядов, экспозицию, прославляющую Бориса Николаевича Ельцина за создание того вектора в государственности, к которому мы находимся. Ельцин как замиритель Чечни, Ельцин как человек, который вел войска на территорию Приднестровья, Ельцин как человек, который так или иначе участвовал в разрешении проблем территориальных Грузии, не в пользу Грузии, ну и так далее.